Ученики художественного отделения Измаильской детской школы искусств имени Сергея Малаховского подготовили для измаильчан роскошный подарок – праздничную выставку «Рождественская сказка» с замечательными работами, от которых невозможно оторвать взор. Открылась выставка 22 января Измаильской картинной галереи. На таких выставках хочется погружаться и углубляться в невероятный мир творчества, часами не отходя от экспозиции. Настолько невероятно притягателен мир детской фантазии. Открывали выставку директор областного центра эстетического воспитания Ирина Федорова, заведующая художественным отделением детской школы искусств Жанна Жеромская, преподаватели Анастасия Попова и Елена Мельниченко. А еще всем посетителям выставки замечательный подарок преподнес настоятель Свято-Покровского кафедрального собора протоиерей Симеон Мухин и ансамбль священнослужителей храма «Покров». Священники пропели рождественские колядки и «Многое лето», вызвав бурю восторгов у публики блестящим исполнением и того и другого. В выставке принимают участие работы более 100 детей. Всего представлено 190 рисунков – гуашь, акварель, цветные карандаши, мелки, гелевая ручка и более 60 предметов декоративно-прикладного искусства. Слоеное тесто, пластилин, квиллинг, аппликация, экибана, текстильная кукла, бумага, пластика и многое другое. После открытия выставки гостей, которых пришло на открытие рождественской сказки много, ожидал концерт, подготовленный учениками инструментального, вокального и театрального отделения Измаильской школы искусств. Волшебная выставка и искрометный концерт оставили неизгладимое впечатление всех присутствующих. Настроение было праздничным и абсолютно всех посетила ощущение ожившей сказки. Оксана Карселян, Рефсудия, Курьер.